Приветствую всех. С вами Марина Хайкова. Сегодня я хочу рассказать о VIP-статусе, поговорить о VIP-статусе, о его выгодах и рассказать стратегию на 5000 рефералов. То есть, что мы тратим, что мы получаем. Итак, чтобы посмотреть все возможности, заходим в наш аккаунт. И вот здесь появилась такая кнопочка «Рекомендуйте новых клиентов». Получаете бонус. Вот, мы когда заходим в этот раздел, мы видим, что у нас появились новые статусы. В первую очередь это статус VIP-статус за месяц, VIP-статус за год. Стоит VIP-статус на месяц $99, на год 999. Вот. Основное, что нам дает этот статус, VIP-статус, это возможность купить 5000 рефералов. Вы подробнее все это можете посмотреть в этих табличках. Вот, вы рассмотрите. Я пока на этом так останавливаться не буду. Сможете все сами рассмотреть. Так вот, дает этот статус покупку 5000 рефералов. И я покажу расчет, к чему это приводит. Это приводит нас к зарплате от $400 до 850 долларов. Подробнее сейчас я покажу, как это происходит и как на этот доход выйти. Сразу скажу важный момент. Надо делать максимально, покупать максимальное количество рефералов сразу за первый месяц работы. Если вы растягиваете покупку рефералов и не добавляете сейчас средства, то процесс становится долгим, ну и таким немножко муторным, да? Поэтому я рекомендую или 3000 рефералов делать за месяц, или 5000 рефералов, это как вы уже выберете. На VIP я скажу сразу, начисления больше в процентном соотношении. На VIP больше начисления от кликов ваших личных рефералов и от ваших личных кликов. И очень важный такой момент, мне очень понравился, что на VIP-статусе вот есть вот этот пункт «Восстановление аккаунта пользователя до 30 дней после деактивации». Это вот случаи, как многие у нас попали на статусе Premium Plus, когда буквально просрочили оплату статуса, ну там чуть ли не на полдня или на несколько минут, и у них в этот момент слетели их арендованные рефералы. Так вот, здесь этого не происходит. На VIP-статусе все в порядке, вы можете спокойно восстановить всех арендованных рефералов и все личные при вас. В общем, быть на VIP-статусе, конечно же, комфортнее, удобнее и более денежно. Вот, сейчас я вам покажу расчет, как выйти на 5000 рефералов за месяц и сколько мы при этом тратим денег, сколько мы сами вкладываем и когда выходим на самоокупаемый. Прежде чем перейти к расчету, еще отвечу на два вопроса, которые часто мне сейчас встречаются. Первый – это как же мы можем, во-первых, как купить сам статус. Это мы делаем опять-таки просто. Надо вначале пополнить баланс на улучшение аккаунта. Вот он. Еще раз обращаю внимание, чтобы вы не путали его с балансом рекламодателя. Потому что это совершенно другой баланс, и там вы тратите деньги на рекламу себя. Итак, пополнили этот баланс и заходим в раздел «Апгрейд аккаунта». Когда мы сюда заходим, вот у нас есть выбор статуса, и мы выбираем статус, который нам подходит. Вот он есть, VIP-статус на 30 дней и VIP-статус на 365 дней. На 365 дней он стоит $999 на год. Получается, как бы, ну, 2 месяца экономия, то есть дешевле. Ну, сразу надо выложить $999. Вот, это то, что касается, как купить, да? То есть внимательно, опять же, внимательно все делаем вот при выборе, потому что сразу у нас стоит премиум на 365 дней. Бывает, лучшие люди случайно его покупают, и это ведет к нехорошим последствиям. Компания серьезная, и при работе надо быть внимательным. Это ваши деньги, это ваш бизнес. Так, это был вопрос, как купить статус. И при переходе, если у вас был, допустим, статус Premium Plus, вот в моем случае он у меня был проплачен, статус Premium Plus, до 2 февраля.
Я покупала статус 18 января. Вот, нет, получается, 19 января я покупала статус. И он у меня стал действительным до 18 февраля, то есть на 30 дней. Полмесяца проплаченного моего статуса премиум плюс как бы сгорели. Но я увидела для себя преимущество быть на статусе VIP, поэтому я перешла. Вы для себя этот вопрос тоже самостоятельно решаете. Так, ну и еще важный момент, что все говорят, тоже часто спрашивают, а как же мы будем доходить до 5000 рефералов, если покупать по 300 рефералов? В тот момент, когда вы покупаете статус VIP, вот, то у вас открывается функция, если мы зайдем в арендовать рефералов, открывается покупка, вот она, на 500 рефералов. Вот. А теперь переходим к расчету, который я обещала. Я подготовила вот такую табличку, в которой написано буквально по дням, когда сколько денег мы вносим из личного кармана и когда мы, в общем-то, выходим уже на самоокупаемость. Расчет сделан, исходя из того, что 100 рефералов в день приносит 1 доллар. На самом деле сейчас немножко больше получается, но я так, знаете, сделала немножечко с запасом. Всегда лучше иметь меньше результаты, потом идти на большее, чем наоборот. Итак, в первый день мы тратим 199 долларов. Это покупка статуса VIP, и 100 долларов у нас уходит на покупку первых 500 рефералов. Итак, 199 долларов в первый день. Проходит 3 дня, и наши первые 500 рефералов зарабатывают нам 15 долларов. Соответственно, чтобы купить следующие 500 рефералов, нам надо добавить из собственного кармана еще 85 долларов. В сумме получается 100, мы покупаем следующих 500 рефералов, в сумме у нас уже 1000. 1000 нам за 3 дня зарабатывают 30 долларов, и с каждым разом мы тратим все меньше и меньше денег. То есть на 7-й день мы добавляем уже из своего кармана 70 долларов, 55, 40, 25, вот мы уже на 17-й день 10. И на 24-й день у нас уже начинаются деньги накапливаться в плюс. То есть мы уже, вот у нас уже 5 долларов накапливается, потом на 27-й день уже 25. И здесь я не зря указала 29-й день. Почему? Потому что в это время пора уже оплачивать статус VIP, то есть на следующий месяц. Поэтому из накопленных денег мы тратим 99 долларов. Вот. И у нас потом остается добавить только еще 39 долларов, чтобы последнюю партию купить 500 рефералов. И вот в этот момент мы уже вышли на 5000 рефералов. Вот. Дальше опять же математика простая. Следующий месяц у вас уже эти 5000 рефералов есть. И они вам будут приносить. Вот сейчас вот так. Получается, что, как я сказала, расчет сделан, исходя из того, что 100 рефералов в день приносит 1 доллар. Итак, когда у вас уже есть 5000 рефералов, в день они вам приносят минимум 50 долларов. Несложно посчитать, что в месяц это будет 1500 долларов. Расход у нас ежемесячно составляет 1100 долларов. Сюда входит, 1100 это немножко округленно, да? 1000 это за стоимость за аренду 5000 рефералов, потому что рефералов мы арендуем на 1 месяц. И 100 долларов, 99 долларов это за статус, за VIP-статус ежемесячно, который мы тоже оплачиваем. Итак, у нас получилась зарплата. Я именно специально здесь написала термин зарплата, потому что это пассивный доход. То есть мы купили рефералы, они нам приносят доход 400 долларов в месяц. Ну, а так как я сейчас наблюдаю статистику, какая сейчас идет, то реально вот приходит где-то 1,3 доллара на 100 рефералов. Ну, соответственно, получается другая цифра. И так зарплата выходит 850 долларов. Вот, собственно говоря, что дает нам статус VIP. Зарплату от 400 до 850 долларов в месяц. Откуда я эти цифры взяла? Я специально не сразу писала ролик, вначале так вот
больше я даже наблюдала, но вот здесь я вынесла последнюю статистику за последние дни по рефералам. И получается, в общем-то, достаточно хорошо. То есть тут видно на табличке, что 3700 рефералов вот уже начали приносить $39, и последние дни лучше как-то стали начисления. Да, вот тут вот рекордный такой момент, 3900 рефералов принесли $51. Кроме этого, мои личные рефералы стали приносить тоже больше денег, потому что у меня еще личные рефералы делают клики, где-то 6000 кликов личники делают. И если раньше 1000 кликов приносила мне где-то доллар, то сейчас это приносит где-то $1.2, 1.3, вот так, на 1000 рефов. То есть еще дополнительно $6-8. Ну, сразу скажу, конечно же, кто работает активно и приглашает, доходность совсем другая. Но это другой разговор. Я сейчас говорю о том, как в пассивном варианте получить зарплату. Вот. Ну, хочу еще, чтобы вы обратили внимание вот на такой момент. Вот на VIP-статусе, да, чтобы вот так вот немножко более глобально это все представить. Вы вносите всего где-то в пределах $500. Ну, тут у меня в расчете вот в начальном написано, что в сумме получается $523. Но на самом деле, я думаю, что получится меньше, потому что начисления реально больше. А за год вы получаете вот такую сумму, 4400 до 9350. Это за год. Да, вот на вложенные деньги посмотрите, какая доходность, которую вы получите. Вот, я вам рассказала, показала, почему я выбрала VIP. Естественно, это удобно, это выгодно. Вот. Принимайте решение, выбирайте, надо это вам или нет. Да, еще важно, кроме всего прочего, Odjoo — это прекрасная рекламная площадка. Замечательно, можно рекламировать многие проекты. У меня уже многие люди спрашивают, а можно у тебя на Odjoo разместиться? А когда я начинаю с ними общаться, они говорят, ой, слушай, так может быть мне самому зайти зарабатывать себе здесь деньги и ставить себе рекламу, а не просто платить деньги за рекламу. И так люди у меня спрашивают, есть и такие моменты. Вот, поэтому, еще раз говорю, принимайте решение. Работайте с Odjoo, зарабатывайте с Odjoo, будьте успешны. До новых встреч, с вами была Марина Хайкова.